Так, друзья, всем привет. Привет. Так, ага, вот кто-то подтягивается. Ага, ну немножко подождем, еще чуть-чуть, пока народ в эфир соберется. Если хотите, можете пока задавать вопросы сразу. Вот. Как раз, если я тут обозначил, что и стая, можете про тай спросить что-нибудь. Вот, и подождем, пока народ в эфир подтянется, и потом я расскажу. Несколько у меня есть интересных новостей. Расскажу об некоторых отчетах. Вот. И планах. А сейчас, на самом деле, я еду на интересную тренировку, которая может как состояться, так и нет. Но в любом случае, она либо сегодня, либо завтра произойдет в том виде, в котором запланировано на сегодня. Вот, сегодня у нас после моего приезда первая тренировка в нашем клубе в Будушин. Во-первых, в новом зале. В этом зале мы еще не занимались. Это специальный зал. Специальный, специализированный, огромный зал. С окнами от потолка до пола, высотой хрен знает сколько метров, даже трудно сказать. В здоровом ТРК. Вот, зал предназначенный, специализированный для занятий боевыми искусствами и кроссфитом. То есть все, что нужно, как говорится, бойцам. Чума вообще. Вот, это первое. Второе. Сегодня так получилось, что к нам на тренировку придет мастер бразильского джиу-джитсу. Вот. Который приезжал тут на профессиональные бои в Ярославль. И Григорян Рудольф, президент Ивановской федерации ММА, затащил его в Иваново каким-то образом на пару-тройку дней. И вот в связи с этим так получилось, что сегодня к нам он придет на тренировочку и специально для моей группы, для нас проведет эту тренировку. Чума, да? В общем, вот посмотрим. Ну, не супер топовый боец, я забыл его, Серджио. Серджио фамилия вот из головы вылетает. То проявляется, то вылетает. Он, в принципе, сколько выиграл, столько проиграл, но учитывая то, что он в профессиональных боях уже фиг знает сколько лет, то чему поучиться всегда найдется. Это безусловно. Вот. А учитывая тот факт, что у нас клуб стритфайтинга, и в основном у нас ударники, то есть панчеры, вот, нам интересные вопросы будут как раз не столько, как хорошо бороться, а как в борьбу не попадать. А учитывая то, что он профессионал в области ММА и одновременно мастер бразильского джиу-джитсу, он сможет об этом рассказать и подсказать. Так что вот еще и такая у нас сегодня тренировка, то есть вообще по полной программе мы тут попадаем. С первой тренировки, как говорится, с корабля на бал. Или из огня до полыми, кому как больше нравится. Вот, сейчас интересная у меня есть новость. Вчера, можно сказать, что второй день после приезда, но можно сказать, что первый, потому что первый день, самый после приезда, это там отсыпание, разбор полетов и подготовка к работе. А вот вчера я уже начал обрабатывать те видео, которые записал, и уже вчера выложил на YouTube одно небольшое видео о ката Санчин и Теншо, об энергетических ката, о моем видении на эти каты. В чем оно заключается, это видение, вы можете посмотреть, если зайдете на мой аккаунт на Facebook, там тоже ссылка на это видео есть. Вот, или ВКонтакте зайдете, посмотрите, или лучше сразу на мой канал на YouTube заходите, на мой основной канал, на Михаил Шилов, или Шилов ФМ, вот, и посмотрите. Вот. Но если вкратце, то фабула такая, что ката Санчин и Теншо для обычных адептов карате представляется чем-то таким сложным и невозможным, и это все подкрепляется и поддерживается теми, кто эти каты делать умеет более-менее. А все из-за того, что ката на самом деле тренирует огромное количество различных аспектов, и те мастера, которые эти каты делать умеют, они, как правило, на семинарах пытаются ученикам, ну, чтобы что-то продемонстрировать и показать все возможности этих самгиката, начинать строить дом с крыши. То есть показывать фактически те нюансы, те моменты,
те методики, которые отрабатываются уже тогда, когда пройдены начальные этапы в изучении данных карт. И это вызывает когнитивный диссонанс у учеников, потому что они еще не знают предварительных самих моментов, не отработали первые, значит, этапы по синхронизации движений тела, по изучению рисунка, дзен, синхронизации дыхания с трансмиссией тела. А им сразу начинают говорить об энергетике, об наполнении, форме, о составляющих элементах, об интеграции самых различных аспектов этой каты. И в итоге, когда ни хрена не получается на уровне там, автоматизма физически делать эту кату, о каком уровне контроля ментального и энергетического в том числе может идти вообще какая-то речь. Ну и больше того скажу, что на самом деле вот эти энергетические аспекты, это все на самом деле для тех, кто любит эзотерику. В своем видео я разобрал, что никаких там фантазий по поводу там эзотерики в этих ката нет, и никакой там магии в этих ката не существует, никаких потоков каких-то немыслимых энергий там тоже нет. Все на самом деле просто. Объяснил физиологическую подоплеку данных ката, о том, какие аспекты они вырабатывают и почему на определенном уровне подготовки человек, который практикует долгое время эти ката, может действительно добиваться таких результатов, которых не добиваются люди, которые не практикуют данный кат. Что и вызывает слухи всякие о том, о, вот это там пипец, там фантастика, там вообще, это магия там ката. Нет, все это херота на самом деле, да. Вот, поэтому обязательно посмотрите эти видео. Это видео, я думаю, что будет интересно. Еще момент. Пока был в Таиланде, записал много интересных видео, как обычно. Да. Вот. На этот раз, думаю, все-таки сделать хорошие микрофильмы и конечный итоговый фильм из этих видео. Были мы на Самуи, были на Пхукете. Сначала на Пхукете день, потом несколько дней на Самуи, и потом через Пхукет, опять на Пхукете несколько дней и домой. Везде со мной была моя макивара МБШ, везде со мной были петли ТРХ, поэтому везде я тренировался, вернее, не поэтому. Даже если бы у меня с собой этого ничего не было, я бы все равно тренировался. В общем, короче говоря, я везде тренировался, записывал видео по работе с макиварой, записывал видео по работе на петлях ТРХ, записал несколько видео мотивационных о том, как успевать все, но это в продолжении индийского цикла, вот, и китайского. Вот, поэтому будет интересно, начну эти видео выкладывать. Вот я говорю, одно уже видео по ката Санчин выложил. Кстати, видео по ката Санчин было записано в самый-самый последний день, вернее, в последний вечер нашего нахождения на Пхукете. С утра рано утром мы уже улетели в Россию, а уже в полночь, не в полночь, в 5 часов вечера мы были в России, а в полночь уже практически приехал я домой, в Луану. Вот. Привет, Саул, привет. Привет. Жалко, что не сначала смотришь. Кто не сначала смотрит, обязательно пересмотрите с самого начала, потому что я там рассказал некоторые моменты. Вот. Смотрите, сейчас мне ехать до тренировки в новый зал, который сегодня будем обследовать и тестировать. Ну, еще минут, может, 15-20. Задавайте свои вопросы по поводу, в том числе, и Таиланда, откуда я приехал только что. Вот, отвечу. Кстати, в этот раз Таиланд открылся мне с несколько другой стороны. Я сказал бы не Таиланд, а Пхукет. Дело в том, что раньше, когда я всегда на Пхукете был, я всегда приезжал целенаправленно заниматься в кемпы тайского бокса. Всегда. Вот. И поэтому поселялся все время рядом с такими кемпами, а кемпы эти были все время очень хорошие. Мне больше всего Тайгер нравится. Поселялся я в районе Тайгера. Там есть такой прекрасный, значит, отель с виллами, Бансуан Резорт. Вот. И, короче говоря, там мы все время поселялись, и я тренировался. И вот количество мускулистых, накачанных и тренированных тел в этих районах просто зашкаливает. Там за все возможные пределы. Там тренируются и тайцы,
И приезжие масса иностранцев, и русских ребят полно, и вообще, короче говоря, дофига. А вот здесь я был в таких местах и на Самуи, и на Пхукете, но у нас такая и цель была. Мы выбирали отели, которые удалены очень от инфраструктуры. Особенно на Самуи такой был отель, это вообще отель просто офигенный. Почему четверка, он вообще, ну понятно, почему четверка, потому что, предположим, там нет проката автомобиля, там еще какие-то моменты, которые должны соответствовать там все, но он бы на пятерку потянул, конечно, по всем параметрам, такие бунгало шикарные, там персонал вышкаленный, все. А отель сам, от инфраструктуры хрен знает, как далеко находится, вообще в джунглях там. И на Пхукете примерно было то же самое, там отель, конечно, оживленный, но от инфраструктуры он тоже очень далеко. Вот хоть один вообще пустынный отель, да, а второй там оживленный, но от инфраструктуры далеко и тот, и другой. И в итоге получилось так, что ни в том, ни в другом отеле фактически люди спортом не занимаются вообще. Да не фактически, а вообще не занимаются. Вот. Занимались только мы с женой. Но, к слову сказать, к чести, значит, ательеров, которые все это дело делали, и там, и сям, и в том, и в другом отеле были спортивные залы. То есть на Самуи, вот который отель вообще великолепный, там классный спортивный зал. Прям вообще, хоть и небольшой, но очень хороший. А, значит, в другом, который на Пхукете, зальчик-то так, это так, а так себе. Ну, в принципе, все, гантельный ряд там был, скамьи были, дорожки беговые были. Вот. Почему дорожки беговые? Люблю я, на самом деле, бегать на улице, но ни в том, ни в другом отеле фактически пробежать-то особо некуда, потому что они находятся в таких тупиковых, значит, ветках, а вокруг находятся джунгли. То есть упираешься. Ни по побережью пробежать нельзя далеко, хотя, чтобы хотя бы километр, да, там в одном направлении. Ни там убежать куда-то по дороге, потому что там упираешься либо в болото, либо в джунгли какие-то, вообще это капитально. Либо бежишь просто по дороге, где постоянно, ну, тебя норовят, скажем так, ну, обрызгать, потому что там с гор стекает вода, и она заболочивает эти дороги. Где-то надо чуть ли не по колено в воде бежать. Ну, в общем, вот такая как бы эта фишка. И поэтому приходилось бегать на беговых дорожках, представляете, вообще. Хотя я беговые дорожки не чествую особо. Так вот, и там были спортивные залы. То есть люди имели возможность заниматься, но не занимался никто. А я все равно старался, и супруга моя преимущественно тренироваться на улице. Что мы и делали. По максимуму, когда могли. Так, и в залах занимались тоже. Вот. Значит, с этих моментов сам записал. Записал я там интересный видос, довольно большой, по поводу тренировки надплечья для бойцов-ударников, прежде всего. Задача этого видео была, как рассказать о профилактике профессионального спортивного травматизма плеча. Потому что стабилизация над плечем ротаторного и самого геманжета – это тоже большое дело. Во-вторых, чтобы понять, ведь дело в том, что часто бойцы хотят тренировать нормально плечо, потому что плечо нужно и для борьбы в том числе, очень, ну, активно. Ну и вообще, никто же не отрицает того, что хочется иметь еще тело красивое и подкачанное. Мускулистые, а без надплечий, то есть без широких плеч, без дельт, не будет нормально смотреться все это дело. Вот. Надо знать как их покачать таким образом, чтобы не заработать себе профессиональную травму, не ограничить подвижность плеча в ущерб его форме и силе. То есть надо, чтобы и циркумфлекция полностью сохранялась, ловкость и подвижность, чтобы плечо не было забито, а чтобы масса наросла и плечо было сильным. Вот тут есть особенность. Как раз об этом я и рассказываю в этом видео. Ну, его еще надо тоже монтировать. Вот. В общем, короче говоря, вот так вот. Это я просто мельком так некоторые вещи сам задел. На самом деле информации много. Там я и по питанию тоже видео записал. О том, как при желании в таких странах экзотических можно и похудеть, и какой водосолевой баланс и питьевой режим должен быть. Но тут есть аспекты, да, потому что, учитывая то, что жарко, то, что много пьешь, много потеешь, есть нюансы по поводу питья, по поводу фруктов и всего прочего. Вот. Ну и, короче говоря,
просто отдых записал в этот момент. Мы же не только работать ездили. Хотя было видео записано в том числе и такое, что уезжая куда-то на отдых, мы пришли к такому выводу, что часто мы ездим, ну, это деятельные люди, конечно, так самгики, но делают, далеко не все. Но деятельные люди, креативные, они едут на отдых не за тем, чтобы отдохнуть, просто ничего не делая, и расслабиться. Я, честно говоря, уже разучился так делать. Не знаю, плохо это или хорошо, пока мне это не мешает. Наоборот, я не люблю пассивный отдых. Для меня самый пассивный отдых может быть это хождение по различным экскурсиям, выставкам и там, не знаю, там опробовать что-то новое, плавать на гондоле в Венеции там или что-то еще. Вот это вот самый пассивный отдых, который для меня может быть. А так обычно он всегда связан с какими-то активными действиями, путешествиями, какими-то туризмами, там такими сложными подъемами, спусками, экскурсиями сложными там, ну и работой. Так вот, часто мы ездим отдыхать куда-то, чтобы сменить обстановку для той же самой креативной работы. И вот я хочу сказать, что за те дни, что мы были в Таиланде, я успел наработать столько материала, сколько здесь дома, я бы не знаю, сколько времени нарабатывал. Ну, раза в два, наверное, больше мне времени точно понадобилось. И, скорее всего, даже не в силу того, что здесь отвлекали меня различные другие дела, а в силу того, что... Ну, просто там интересно этим сам заниматься. Опять же, перед тем, как ехать-то, опять же, планы поставил некоторые. И понимая, что я там буду не вечно, откладывать дела не стоит. И поэтому довольно много сделал. Вот. И для курсов для будущих, и для книги, и для рассылок, и просто для видео на Ютубе. То есть вообще дофига. А вот что касается погоды, которая в Тае была, интересно, вот попали мы в ситуацию, прям, честно говоря, неожиданную. Поехали мы в то время, когда никакого сезона дождей нет, в принципе, дождей быть не должно. Сейчас в Таиланде должно быть плюс 40, плюс 42, там до 45, и вечная жара, что называется. А получилось так, что попали мы, когда пришел туда циклон. И хочу сказать, что в такие дожди в Тае мы попадаем в первый раз. Мы ездили в сезон дождей сколько раз? Я тренироваться ездил. Сезон дождей что это такое? Это когда в день один или два раза идет дождь в течение 5-15 минут, ну ливень жуткий, потом все заканчивается, солнце и все хорошо. Вот это такой сезон дождей. Здесь же фигня была такая, что был день какой-то, когда дождь шел с утра до ночи. Не такой ливень, конечно. Просто вот теплый дождь, редкий, но постоянный, фигачил с утра до вечера, с переменной силой, то больше, то меньше. И несколько дней был такой, что по несколько часов шел дождь, в основном сам ночью, вот такая фигня. Поэтому с гор и стекало столько воды много, про которые я сам рассказывал, что дороги, ну, подъезды подтоплены были. Так-то там, наверное, обычно сухо бывает. Так вот, ну, это вообще абсолютно не мешало никак нам... проводить самое время на свежем воздухе, потому что, ну, дождь-то не холодный, все тепло, температура 30-ка, вода такая же, ну, то есть небо светлое. Вот даже вот сейчас вот я еду, да, сейчас вот 11:11, то есть 11 часов 11 минут. Вот сейчас, в принципе, скоро полдень, то есть самое светлое время суток, все такое, вот здесь намного темнее, чем там, когда шел дождь. То есть там во время дождя, когда небо затянуто тучами, намного светлее. Почему, я не понимаю. То есть там тучи, что тут тучи. Хрен поймешь. Ну там солнце, конечно, выше. Оно к зениту ближе. Может, оно пробивает, поэтому лучше этот облачный фронт. Но там светло, хорошо, радостно на душе. И через такие, через облака, даже через тучи, загорается по полной программе. Даже лучше. Прятаться от солнца не надо. Загораешь просто великолепно. Вот. Ну, это и в основном вот вся эта байда была на Самуи, на острове. Вот, не, ну, Пхукет тоже остров, но Самуи, видимо, так островнее остров-то, да, он поменьше и все. На Пхукет перебрались, что мы там были в первый день, что потом, в самом конце. Погода просто офигенная. Лазурный пляж, голубое море, море спокойное. А вот на Самуи, кстати, когда были, море нифига не спокойное было. Такая-то, я так это называл про себя, это тайфун налетели, такие... волны такие здоровенные, там красный флаг постоянно на берегу был, но когда нас это пугало, я не знаю, куда мы не ездили, хоть на Крит, там, хоть куда, везде, когда сильные волны, нам вся по барабану было, то есть
Наоборот, на волнах интереснее купаться, это безусловно. Вот. Ну, вот надо уметь, конечно. То есть я не призываю всех это дело делать, потому что небезопасно. То есть нужно сначала хотя бы на маленьких научиться в волнах все это делать хорошо. И когда на маленьких получается в волнах все это делать, можно пробовать и на больших. Так, подъезжаю я к торговому центру, торгово-развлекательному комплексу, который называется «Шоколад». У нас построили его не так давно. В нашем городе это большой вот такой торговый центр. Вот. В нем еще много пустых площадей, но уже тем не менее в нем вот есть этот зал, в котором будем заниматься. На самом деле это большой клуб, он называется Fight Fitness. Вот. Открыл его мой ученик, этот клуб. Мой ученик открыл этот клуб. Так, Рудольф Григорян. А может, я зря проехал, придется обратно развернуться, чтобы запарковаться. Ну ладно, проеду вокруг. Вот. Это называется «Лучший враг хорошего». Хочешь найти место лучше запарковаться, в итоге, блин, придется ехать дальше теперь только. А или вот здесь останавливаюсь, вот, пожалуй, наверное, так вот. Да. Не. Больно много машин разворачивается, поворачивается. Еще нафиг. Влетит кто-нибудь. Вот. И строится здесь еще здоровенный спортивный комплекс для фитнеса. Ну, то есть будет просто фитнес еще. То есть не такой, про который я сам сказал, как здесь у нас будет кросс, будет кроссфит. И боевые искусства есть просто такой, как World Class, там вот такой, да, такая как бы самги тема. Да? Вот. Так что вот первым делом смотрите, как интересно, создаю в ТРК начинают прежде всего образовываться зоны с услугами вот такого направления. То есть тренд, конечно, очень большой сейчас на спорт, на здоровый образ жизни. Это на самом деле очень здорово. Ты вообще не можешь не радовать. Ну, здесь вообще легко остановиться. Но у меня сумок много, так переть не хочется. Попробую там остановиться поближе. Там было вообще местечко классное. Но я говорю, лучший враг хорошего. Взял, проскочил, блин, нафиг. Я подумал, сейчас лучше место найду. В итоге хрен нашел. Ну так это бывает. Сейчас окажется, что оно уже занято. А вот тут вообще пустое освободил. Я, видимо, не зря кругаля дал. Пока ездил, освободилось еще лучшее место. Вот так вот. Не зря проехал туда-сюда. Ну ладно. Вот так вот. Ух ты. Какая высокая. Так. Вот так. Ну что, друзья, всем пока. Был рад увидеться. Задавайте вопросы. Салют.